Всем привет! Сегодня мы на Обском водохранилище ловим судака. Будем пытаться ловить. Только приехали. Сегодня я хочу разловить супер приманку от Рапола. Нам пора ехать искать рыбу. Сегодня передали очень сильный ветер, поэтому микрофон может шуметь. Надо перемещаться. Продолжаем купать рапина от Рапола. Пока безрезультатно. Вокруг народ тоже ничего не ловит. Все катаются туда-сюда. В принципе, это закономерно, потому что вчера судачок поклевывал. Видимо, завтра тоже будет поклевывать. Сегодня. Наконец-то вторая поклевка за день, результативная. Такую блесну, как-то мне ее впарили в одном магазине, но она все-таки сработала. Клюнул невероятный судак. Сейчас меня обурит, похоже, лунку отберут. В общем, когда не клюет, можно взять снегоход и покататься. Маленько разломать стекло. Там что-нибудь по ходовочке ушатать. Ну так, для веселья. Это было скучно со стеклом ездить. Поймали маленько овраг. Не овраг, да там какой выступ.
Это из серии «Смотри, как я умею». Я не буду показывать, конечно, как надо делать. Нам, в принципе, хватило. Ну, зашьешь его, Настя. Приклеим. Да ты вообще смотри, ступенька. Ну, пойдем рыбачить. Ну. После катания на острове продолжили рыбалку. Судак не клюет. Ни у кого. Прибились к небольшому коллективу. Все одинаково. Судак клевать не хотел, что-то маленько теребил. Соответственно, маленько и поймали. В основном не крупный. Частью бросили обратно подрастать. Оставили на жареху.